Так. Это мы уже в Арсенал пришли. Тут какая-то еще левая биеннале танца есть. Но мы на нее не пойдем. Ну, наша задача сегодня, блин, успеть бы это. Вот там билеты, но они у нас уже есть. Так что мы сейчас идем прямо сюда. Мы пришли в Арсенал, и что мы видим? Начало экспозиции. Состоит из красивых фотографий. Медиатор рассказывает о работах. Опять наша знакомая Занелла Мухоли, которая фотографирует в Африке лесбиянок. Очень большие работы. Если я не ошибаюсь, это тот фотограф, которого я вчера назвал индийским Борисом Михайловым. Такие ночные сюрреалистические фрики. Идем дальше? В дизайне выставки я уже говорил вчера. Здесь придумали такой нелинейный проход по экспозиции. И постоянно сталкиваешься с выбором, куда идти, направо или налево. Выложено слово Ницше, точнее не выложено, а вылито. А здесь выложено слово Рембрандт.
Красивая инсталляция из неона. Зависший в воздухе человек без проводов и электродов. Вертикальное видео шагает к планете. Очень популярно сейчас стало делать вертикальное видео. Оно здесь не одно. Вот там вот есть еще. Сейчас мы вам его покажем. Второе вертикальное видео. В принципе, очень напоминает какую-то игру Assassin's Creed или что-то типа такого, или Dark Souls. Как будто скрипт или там вставка в игре. Тут целый секонд-хенд придумали. Алина, а подскажи, пожалуйста, работа Кадыровой называется секонд-хенд? Вчерашняя, да? Ну вот. Мы нашли работу, которая не называется секонд-хенд. Но, блин, тут платьев, наверное, 500. Если не больше. Так это, в принципе, и есть компьютерная игра. Я сказал, что эти ролики похожи на компьютерные игры. Это, в принципе, и есть компьютерная игра. Интересно, вот тут висит какая-то экспликация на листе ОСБ, но она настолько плохо читается, одна и вторая, настолько плохо читается, вот на видео она даже лучше видна почему-то, чем вот глазом. Вот есть такой контраст между яркими картинками на мониторе и очень блеклыми текстами, ну, которые, по всей видимости, вносят какую-то ясность. То есть упор сделан на то, что визуальное, то, что яркое, а то, что не читается, ну и народ его и особо и не читает. То есть вообще это биеннале напоминает такой посыл, что читать ничего не надо, надо просто смотреть и считывать просто визуально то, что ты видишь на мониторе. Очень много вертикальных видео, кстати, очень. Но и горизонтальных тоже. Гамбургеры всякие. Детей заливают кетчупом. Возможно, работа на тему Brexit или что-то типа такого, судя по британскому флагу. И еще одна уже очередная вертикальная работа. Это уже, по-моему, пятая, да, или сколько здесь этих вертикальных работ? Около пяти.
То есть это вся комната с видео, это Air Access, да? Ага. Инсталляция с одеждой тоже Air Access? Очень, очень странно. Я очень рад, что взял сегодня петлицу. Я надеюсь, что будет слышно только меня, а не эти шумы, которые здесь посторонние присутствуют. Чернокожая армия. Black News. Гласные нам не нужны. Зачем же они вообще? Гласные – это то, что в языке вообще не нужно. Можно же так читать, но гласные правильно. Десять лет назад она чувствовала себя абсолютно окей в компании черных друзей. Вообще даже никаких мыслей у нее плохих не появлялось. То сейчас черные начали ее очень сильно троллить. Ну, не только ее, как бы, всех белых. Вот. И я не знаю, зачем эту работу вообще включили. То ли они хотят сказать, что тема черных и расизма уже всех достала. И что белому зрителю уже, честно, неловко смотреть на видео постоянно, где педалируется тема расизма и, скажем так, преступлений на почве ненависти расовой. Не знаю, но чернокожих на этой биеннале много. Вот мы зашли в комнату, где работа с микрофонами, со звуком весьма напоминает то, что мы видели в Берлине. Я не уверен, что это была часть берлинской биеннале. Это же мы просто ходили, гуляли с тобой. И мы попали в академию, художественную академию Hochschule, да, в которой в сентябре была одна из главных локаций берлинской биеннале. Там был огромный пустой темный зал, в котором потрясающая звуковая инсталляция. Я обязательно вспомню имя этого художника и напишу его. Здесь то же самое, кстати, работа со звуком, но очень много людей и некомфортно. Звук подается в разных частях. Тут висит микрофонов, наверное, 200 в этой комнате. И под этими микрофонами партитуры на разных языках. Ну вот, например, на арабском. Очевидно, есть и на английском. Вот. Может быть, это и на русском есть, если поискать. Вот турецкий. Ой, я закрываю свет. Короче, на разных языках текстовки, и очевидно, эти люди просто в микрофон, которых слышно, они что-то здесь пытаются читать. Снимать тут тяжело, очень темно. For bullets aren't the seeds of life. For bullets aren't the seeds of life. Ну, риторика такая, достаточно религиозная. Они говорят, пули – это семена жизни на английском языке. То есть это как будто бы повторяет паства за проповедником какие-то религиозные тексты, которые он рассказывает или читает. Молитву, короче, условно говоря. Народу просто пипец, невозможно. Будет... Не сильно уже напрягся? Не, ну просто там такая нагнетающая обстановка.
Больше даже из-за того, что ты постоянно боишься что-то там уронить или испортить. И приходим в такой зальчик, где вот обычное искусство современное. Офисные стульчики, не офисные, это же стульчики, снятые с катамаранов, да, наверное? На длинных ножках, как будто бы с картины Дали. Или же такие же стулья есть на всяких стадионах. Да, на стадионах тоже. Ну вот мы зашли в такое боковое ответвление. Да, мы зашли в боковое ответвление, где стоят три стеклянных панели, очень грязные. Очевидно, отсылающих там к большому стеклу Дюшана. Но при этом ничего похожего на Дюшана здесь, кроме стекла, нет, а есть надписи на непонятном языке. Служба розыска, да, ты права. 14-13 лет, ну да, служба пошуку детей, 19. А какой же это регион? Это, скорее всего, Чили или какая-то Южная Америка. Ну вот, суть в том, что эти панели, они вибрируют. И это, возможно, будет даже видно на видео. Да, видно. Вот Алина подсказывает, что только центральная панель вибрирует. Я вот сейчас пытаюсь сделать так, чтобы эту вибрацию было видно, но... Да, вот видно, как гуляет тень. Ну, в принципе, это напоминает автобусную остановку, которую просто разобрали и сняли с нее, ну, вот эти стеклянные панели. И она, во-первых, превратилась в нечто похожее на большое стекло Дюшана, а во-вторых, на экспозиционную какую-то витрину. Автором этой интересной работы является художница Тереза Марголес из Мексики. Феминистка. Работает с темой наркоторговли и торговли людьми. Так, передаем привет Юлии Беляевой, художнице из Украины. Такая вот большая непонятная инсталляция из пробочек. Очень красиво подсвечена, и вот там вот вверху тень, которая является частью работы, и которая наверняка в каком-то смысле даже интереснее, чем сама работа. Тень просто потрясающе красивая, а вот об этой структуре такого не скажешь. Ну и опять-таки, если уже говорить о тени, которая красивее самой работы, то тут нельзя не вспомнить открытую группу и их проект, в котором тень играет ключевую роль. А где свет? Почему выключили свет? Так, мы попадаем в некую платоновую пещеру. Так, тут надо разобраться. Тут лампочка висит, а еще куча лампочек в углу. И оно как-то все странно себя ведет. Но когда мы заходили, я еще не включил запись, здесь было какое-то видео с горящим костром. Тупо платоновая пещера. Что тут еще сказать?
взял, и опять все потухло. О, ну вот и видео появилось. Ну, очевидно, художник читал Платона, он хотел показать, как Платонова пещера реализуется. Дырка. Через эту дырку поступает видео. А, при этом еще эта лампочка, она моторизирована, и вот металлическая деталь, на которой она висит, она выполняет такую как бы роль маятника, то есть лампочка покачивается. Вот проекторы там висят. Наверное, уже появилась проекция. Да, уже появилась проекция со спящим человеком. Ой. Здесь очень быстро все меняется в этой работе. Сделал и почитать поподробнее, потому что мне работа понравилась. Так, это у нас синхронисти. Все, можно сказать, что лабиринты кончились, мы попадаем в основное помещение, где, в принципе, как в мастерском арсенале, направо-налево, прямо, других вариантов особых нет. Фрагмент шасси самолета, выполненный в такой художественной манере и обшитый непонятно чем. Сразу же бросается в глаза несколько странных каких-то больших очень скульптур из тряпочек, рубашечек, все такое большое, монструозное. Может быть, да, вполне может быть. Стэн Дуглас. Ну, по-моему, да, да. По-моему, это он. Хотя тот был каким-то на вид азиатом. Но работы похожи, я согласен. Вот работа, которая выполнена в виде рекламного щита. Просят нас скачать приложение. И под этим рекламным щитом установлен автомат по продаже, как я понимаю, некого комикса. Но мы не понимаем, как воспользоваться этим автоматом и скачать, ой, не скачать, а купить этот комикс. Ты думаешь, это через приложуху делается? Да, все правильно. Возможно, через приложение можно этот комикс просто посмотреть. На боковушке автомата написано «Зло заканчивает делать добрые начинания». Или «Зло заканчивается, делай добрые начинания».
автор этой работы Дэрон Вейдер. Ну, работа состоит в мобильном приложении. То есть все, что мы видим здесь, как бы в офлайне, это все малая часть, наверное, того, что видно в этом мобильном приложении. Нужно будет обязательно скачать его и посмотреть. Троянский конь, пошитый из рубашек хлопчатобумажных. Вот внутрь можно попасть, я не знаю, что там, еще не был, надо будет сейчас залезть. Алина, расскажи, что там внутри? Там что-то интересное внутри? А что там? Ну расскажи словами. Ну, кусочки торчат такие же, типа как здесь, только если. Но там ничего нету дополнительного, там только вот, ну, ты видишь внутреннюю сторону этой скульптуры. Ну это одежда, натянутая на каркас металлический, да? Ну я просто назвал это троянским конем. Это можно назвать троянским конем? Нет? Почему? Ну оно же похоже на диван. Хорошо, ладно. Троянский диван, значит. Сейчас посмотрим, что там внутри. Выпустим женщину. А, вот. Женщина только что, кстати, продемонстрировала интересный способ использование этой скульптуры. Вот так вот можно сделать. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Алина ничего не видела? Ну да, здесь есть некий такой каркас. Торчат рукава. Ой, я выключил видео, по-моему. Нет? Нет, не выключил. Ну, это нечто среднее между пещерой со сталактитами вот, и троянским конем. Или, может быть, это пещера троянского коня. Мягкая скульптура, я не знаю, можно. Тут написано Do not touch, но руки так и просятся вот в эти, как бы, рукава просунуть. Так, идемте дальше. Заваленный рекламный баннер с заманивающими пальмами. Одна из пальм просто прорвала баннер и торчит наружу. Идиллический отпускной пейзаж. Мальдивы, Сейшелы, условные. Это 100% чувак с коровы, мне кажется. Ну вот не уверен, потому что мне имя на экспликации как бы не подсказало мне, что это он. Так, там Кардашьян, пойдем посмотрим. Так, тут какая-то Кардашьян залезла на пластикового чувака, который одной ногой со спущенными трусами, да. Что она, что он одинакового цвета кожи. Напоминаю, что половина участников этой биеннале — это на самом деле участницы. Впервые половина основной программы — художницы, а не художники. Тема женщины, мужчины, скажем, довольно прозрачная, я даже не хочу комментировать.
Ну, отчасти она тоже присутствует. Вот этот вот тоже чувак напоминает мне Кена. Да? Так, а она женщина или мужчина? Просто здесь она очень андрогинна, или он. И я как бы по вторичным половым признакам не могу сказать, что это там женщина. Это может быть вообще молодой человек? Ну просто сейчас, вот на этой фотографии, например, непонятно. Там она была накрашена, или он был накрашен как бы лучше, но вот сейчас вот здесь вот абсолютно нет. Ну вот, то есть то, что нам изначально показалось Кардашьян, есть гипотеза, что это вообще мужчина. Мужчина просто хорошо замаскирован. Так, продолжаем дальше. Алина, ну по-любому, ну это же мужчина, ну посмотри. Ну это мужчина, просто он длинноволосый. Ну, или в парике. Причем этот художник или художница, я фамилию слышал где-то. Нравится вам или не нравится, но такая живопись тут присутствует. Такой неожлобизм. Да простят меня украинские художники-жлобисты, если данное сравнение покажется им обидным. Зовут этого живописца Джилл Маледи. Ну вот любопытный комментарий по поводу медиаторов. Медиатора посадили на возвышение, как будто бы для лайфгарда на пляже. И она сидит под таким тоже под навесом, как будто ей очень жарко там. Хотя, возможно, эта инсталляция связана с той отпускной темой. Тем более, вот как раз за ее спиной мы видим просвечивающийся баннер с пляжем. Так что, возможно, это как-то связано. Ну как же обойти вниманием вот эти замечательные скульптурные штуки? Я их сейчас просто быстренько так пройдусь. Засниму на телефон. Замечательная вот скульптурная форма из проводов, из кабелей. Ой, сейчас женщина отойдет. Вот нож, обычный кухонный нож, немножко покрашенный. Табуреточка в форме буквы М. Что-то напоминающее бронзу, хотя может быть это легко и покрашенный пластик. Пойдем посмотрим. Объект сложной формы. Объект еще более сложной формы. С отросточком. Психоаналитическая структура. Здесь каждые минут 20 слышится такой страшный звук пересыпающегося гравия. А что это такое, мы не знаем. Какой примерно интервал между вот этими высыпающимися штуками? Минут 20? 10, да? Очень интересно. Сейчас, секундочку.
секундочку. Очень крутой объект из глаз. Реально как будто бы deep learning поработал над этой скульптурой. Ну, безусловно, коммерческое искусство, но весьма, весьма бродское, да, как мы говорим, бродское. Да, ну тут еще немножко кого есть. Делезность? Ну, делезность есть, определенная проскакивает. С белым кроликом. Серьезно? Опача. Привет, Пинчук. Нас с Алиной переполняет чувство гордости за то, что мы видели это первыми. Здесь немножко другое расположение экранов, но в целом идея такая же, лазеры и могилка. Ну, я думаю, показывать подробности смысла не имеет, все это и так видели. Идем дальше. Художник занимается такими формальными решениями, паттернами на циновках, на коврах. Местами весьма интересно. Мы это видели уже вчера в Джардине, точнее в центральном павильоне. Эти работы выглядят, как будто бы они просто приехали из какого-то украинского села на Закарпатье. Что-то такое в них чувствуется родное. Я не знаю, что именно, какая-то такая хтоничность в них присутствует. Народный супрематизм. Голова это, коровки с пирсингом, продетым прям в глазнице. Ну, тут какая-то пикасность присутствует. О! Такой под огромным напором воздуха шланг начинает бесноваться и гулять туда-сюда по этой камере. Но мы постараемся еще сделать одну запись, потому что народ толпится со страшной силой возле этого. Это как брат-близнец того робота, который мы видели. Это один и тот же художник, да? Ну, давай проверим, это интересно. Ну, в таком случае у этого художника большое будущее, потому что делает он работы, которые привлекают, наверное, больше всего внимания людей.
В этих скульптурах однозначно что-то есть. Интересное решение классическое. Использование разных материалов и разных техник. Тут и бинты, и металлы, покрашенные части. Очень интересно. Ее зовут. У нее врожденное или приобретенное уродство. Вот у нее два пальца на руке срослись, то есть попарно срослись, и рука напоминает клешню краба, и плюс у нее нет одной ноги по колено и второй ноги, получается, стопы. Родилась она в Японии в 87 году. Решение сделать объектом искусства саму себя, потому что такое тело, ну, я не думаю, что оно прям уж сильно часто встречается. То есть она фотографирует себя вот в таких вот интересных интерьерах. Вот тут она интересно сделала куклу, у которой такая же клешня вместо левой руки, как у нее самой. При этом сама она очень красивая женщина. Ну, очень-очень любопытно. Вот, кстати, вот эта кукла. И вот эта рука. Ну, точнее, это лежит, как бы, наверное, сама художница. И сделана здесь такой тонкой капроновой ткани, наполненной ракушкой. В этот раз не очень зрелищно получилось, сорян. Вот сейчас мы пойдем какую-то тоже психоаналитическую инсталляцию смотреть. Инсталляция на тему двойников. Точнее, даже не двойников, а удваивания. У этой художницы страсть к удваиванию. Я не знаю, что это означает, но выглядит довольно страшненько. Алина, она чем-то на Юлию Штраус похожа. Ну, крепотно, крепотно. Весьма крепотно. Очень психоаналитическая работа. Здесь метафоры и архетипы просто бьют ключом. Метафора дома, ножки от кровати или от стола, напоминающие фалоимитаторы, рулоны туалетной бумаги, зубы,
подсвечники, предметы мебели, опять же таки, мебель сама по себе. Ну, то есть это здесь поле для, для фантазии огромное. Страшная, интересная скульптурная, ну точнее, инсталляционная работа. Опять-таки, пространство поделено на несколько частей, на верхнюю и на нижнюю. Внизу тоже прям какой-то сумасшедший дом творится. Очень круто. Безусловно, визуальная работа, куда ж без этого, но вместе с тем очень здорово. Вот камин. Уже интересно, какую работу делает Хитоштерль в этом павильоне. А ты читала, кто это сделал? Нет? Но это явно не Хитоштерль, это не ее, не ее, так сказать, стилек. Отошли мы от сильного впечатления от работы Хитоштерль. Теперь нужно как-то продолжать идти по этой выставке. Вот эти маски. На документе было много масок. Там маски были как бы оригинальные, а здесь я не уверен. Скорее всего, это некая подделка. Не подделка, а подделка изготовленная. Мы думали, что выставка уже на этом закончилась, но нет, она продолжается еще идти и идти. Ну да, вообще на всей выставке, да? Вообще на всей выставке это видео тебя больше всего впечатлило. Ну сейчас будем ходить, бродить, посмотрим, что здесь еще осталось. Мы еще до Кадырова не дошли. Еще одну медиаторку, которая под зонтиком сидит.
Ну, в принципе, я не думаю, что прям осталось много смотреть. Тут немножко живописи. Горящие шины. Абстракцию, которую мы уже видели, я показывать не буду. Вот ту. Да, да, нам надо вернуться, я знаю. Наш мастерский арсенал берет пример, видимо, с этого арсенала, когда придумывает эти фанерные фейкостенки для монтажа работ. Ну, либо это какой-то международный тренд, о котором я не слышал, но суть в том, что очень похоже на то, что мы видим в нашем мастерском арсенале. То есть у меня какое-то чувство дежавю сейчас. Ну, в принципе, окей, ладно, это индустриальное помещение, нету этих наших кругленьких потолков, таких стрелочных, арочных, а здесь, ну, в принципе, весьма похоже на арсенал. Я просто раньше, когда был в этом здании, я даже не сравнивал их. Прикольная фотография. Я бы сказал, на тему городов, урбанизации, развалин, индустриального мусора. А, это хороший индийский фотограф, мы его видели на документе, его зовут Гаури Гил. А, стоп, это женщина, если я не путаю, это, по-моему, женщина. Я вот тут такой момент, если это может быть женщина. Так. У Бротерса, да, у Бротерса был фиг. Вот художница, которая работает с... Как эта техника называется? Плетение, да, вязание, макраме. Вот она сделала из макраме, нифига себе, целое подводное царство с кораллами. На видео очень плохо видно, к сожалению. Но это очень здорово смотрится. На дне морском открывашечки от Coca-Cola. Да, и еще что здесь такое постороннее? От шприцов это или от чего это? Эти кэпсы? Непонятно. Вот, чего-то медицинского. Мне кажется, у этих штук медицинское происхождение. Сейчас мы... Без инстаграма я же никак нельзя. Это, кстати, по-моему, сделано из такого же материала, как чокер. Как чокер, да, просто это флюри чокер. Ну вот, художница решила еще выпендриться и сделать вот такую вот микроскопическую, ну как микроскопическую, маленькую стеклянную коробочку с мерцающими, флуоресцентными чокерами, сплетенными в такие интересные кораллообразные структуры. Сделано чисто под инстаграм, я считаю. Да, да, хорошо. Очень красивая постиндустриальная фотография, мне нравится. Тарковского сталкера очень жестко. Руа Халабани.
работа художника из Бейрута. Любительская съемка, как понимаю, это сектор газа или что-то еще. Экраны так вот вспыхивают и тухнут. White Tiger, белый тигр, один из четырех богов. Что-то про японскую, что-то на тему Японии. Абсолютно белое полотно, минималистичная инсталляция с лобстером или с каким-то рачком. Выглядит очень красиво, как по мне. Но только рак какой-то стрёмненький. А тут еще греческое искусство древнее. На полу, прямо на самом. Так, вторая часть состоит из такого большого зеркала. Текстовые фрагменты на стене, на которых написано: фигура 35, речной бог, красный якорь в такой-то коллекции. Ну, по-моему, это очень круто. Самое главное, что очень сложно или невозможно прочитать, что это все означает. Вот что означает эта чашка, стоящая на таком, как бы, на такой консоли? И что означает засунутая наполовину за эту консоль греческая фотография? А вот хорошая иллюстрация к тексту Данто, который мы читали на ридинг-группе. Только там была полоса горизонтальная, а тут вертикальная. Ну, это просто потрясающе, как по мне. Это Brothers. Алина, я считаю, что это Brothers. Это музей только не орлов, а музей, я не знаю, богов. Тебе так не кажется, что у этого человека или у этого художника просто обсессивная какая-то страсть к древней Японии, к древней Греции? И работы подписаны, смотри как, работы подписаны, как будто бы это страница из книги. Вот, например, работа 36-я. Речная богиня. А, там был речной бог, а это речная богиня. Смотри страницу 40. Ну, это очень сильная работа, не знаю. Она очень формальная, но мне нравится. Здесь как бы намешаны несколько цивилизаций. Греческие символы, японские символы, и в том числе и европейский модернизм, минимализм, Баухаус, что еще я не перечислил. Но это очень такая постмодернистская работа. Наверное, она как раз-таки и соответствует теме выставки в большей степени, чем многие другие. То есть тут реально какая-то наблюдается... А, вот, видишь, тоже такой же формальный прием. Вот она задвинула как бы кусочек фольги. А, это не фольга, это лист желтого металла, там латуни какой-то, за полотно, на котором изображены облака. А
вот автор этого всего безобразия из Кипра. Его зовут Харис Эпаминон. Да, очень надо будет про него почитать, потому что очень крутой чувак. Коврики. Я не знаю, вот мы текстиль как-то не очень котируем. Хотя, в принципе, вот эти работы мне нравятся. Это не текстиль, это уже от того же автора работы на пластике, что ли. Так, что у нас тут? Опять замануха какая-то. Я не знаю, но мне почему-то странно. Тут сидят какие-то люди в очках виртуальной реальности. И я не знаю, как к ним попасть, к этим людям. А, тут где? А, это дверь? Тю, блин. Реально, я не заметил дверь. А это, я так понимаю, очередь желающих туда попасть, да? Ну, в общем, сидят люди за столом, как спиритический сеанс. Интересно, это очень страшно или нет? Ну, я думаю, что это школьники, потому что, судя по голосам, им лет совсем немного. Ну, наверное, мы не будем, извините, но мы не будем сюда стоять в очереди. Пойдем дальше. Ну да, вот мы попадаем в зал, где уже захватывает дух высота потолка. И там какое-то искусство, а там чья-то кожа висит. Это как будто бы Дэмиен Хёрст со своим святым Варфоломеем сюда пробрался и просто всех своих Варфоломеев раздел, снял с них кожу и повесил вот там сушиться. Очень диковатая, действительно страшная инсталляция. Хотя, может быть, это и не кожа никакая, это, скорее всего, одежда, но вот с расстояния было похоже на кожу. Да, это одежда. Так что не все так плохо. Она здесь везде, вот на окнах. Тут лестница в небо, лестница Иакова, вот под ней Иаков, обколовшийся героином. И вот эти странные цветочки, я вот не знаю, это я вчера уже один такой нашел цветочек, еще сегодня подберу один, потому что это интересно, это явно не часть работы, но эти цветочки здесь разбросаны. Смотри, я нашел еще два таких цветочка. Вот. Круто? Ну, я не знаю, эти цветочки, они явно к работе не относятся. Мы их видим уже в нескольких местах. Я думаю, это какие-то маркеры, знаешь, для детских экскурсий, может быть. Ну, такого плана. Типа, кто правильно ответит на вопрос про эту работу, берите цветочек, и потом в конце мы считаем цветочки, и кто больше цветочков собирает, тот и выигрывает. Ну, какая-то детская игра, я думаю. Похоже, снимать на получается. Что-что? Ну, я делаю видео. Тут очень сложно снимать. Волосатые стулья. Ты в красную комнату пойдем? Или мы чуть попозже? В красную комнату надо зайти еще. Очень странная люстра. Из такого материала, напоминающего янтарь. Ну, конечно, это не янтарь никакой, это смола древесная, но выглядит очень, очень прикольно. Вот тончайшие такие нити.
совершенно непонятно, зачем они упаковали эту красивую скульптуру за стекло. Мне кажется, что это очень плохо сказывается на восприятии этой работы. Ну, это китаец, да, какой-то? Китаец. Ну, работа красивая, но зачем же они ее спрятали за стекло, позволили бы людям, не знаю, пройти туда? Ну, либо оно как-то плохо закреплено. Я думаю, что это связано с тем, что оно просто плохо закреплено, и люди могли бы ее поломать. Вот работа фотографическая Розмари Трокель. Целая машина для свободных ассоциаций. Тут 22 фотографии, которые расположены в такую как бы сетку. Ну и смотря на эти фотографии, естественно, можно их как-то между собой компоновать, связывать, формировать какие-то там цепочки. Ну, действительно, ассоциативно этот ряд очень богат. Ну, вот еще одна сильная работа на этой биеннале, с моей точки зрения. На пропеллере. На видео, конечно, дискретизация страшная. Глазом этих пробелов, пропусков между лопастями не видно.
растительное, поэтому оно смотрится как более чистая картинка. Оно активирует, да, там наушники. Вот если ты голову туда всовываешь, там наушники. Туда. Вот я сажусь сюда, раз. И все, и начинается сразу трансляция. А если я встаю, она выключается. Все, сразу выключилось. С кучей техники и приборов для извлечения звука.
кинетическая скульптура, призванная извлекать звуки. Интересная деталь. У коровы или у быка один глаз представляет из себя фотографический объектив. Здесь очень интересно то, что внутри этих коконов такое ощущение, что живет кто-то. Я не уверен, что это будет заметно на видео, но тут такие тени как будто прыгают. Как типа сверчки какие-то или может быть бабочки. Красивая инсталляция очень. Жанна Кадырова нашлась. Баклажаны, помидоры и весы фирмы Тюмень. Ну как же без колбаски? Колбаска это наше все. Ну вот финал. Экспозиции, вот эта большая комната, которая занята инсталляцией с разными объектами, постерами, стеклом, вот тоже по всей инсталляции. И это наши любимые, ну как, не то чтобы любимые, но
серьезные ребята, Slavs and Tatars. Их работа называется Dilio Plaza. Ну, как я понял, эти ребята очень любят работать с игрой слов. Вот, допустим, Джорджо Армани. Что для других стиль, для меня душа написано на этом плоскости. Кстати говоря, эти художники приглашены курировать Биеннале в Любляне. И это будет их первый кураторский опыт. Ага, здесь еще и Black News почему-то приспылили. Рассольников. Не Раскольников, а Рассольников. Ух ты, Machine Ready, класс. Но я хочу 34. Ну, оно все одинаковое на самом деле. Прайс 3 евро. Можно купить, кстати. Где там у меня 3 евро было? Ай, блин. Возьми, пожалуйста, 3 евро, вот у меня 2 монетки, и раз, и два. И давай. Не-не, подожди, надо вначале сделать selection. Угу. Так. 3 евро. Brian and Punishment. 34? Да. Make a selection. Так, хорошо. Прошу. Вот там вот, наверное, где-то внизу. Вот, можно... Ага. Класс. Ура! Мы купили Brian and Punishment. Я даже не знаю, стоит ли это пить или привезти... А, мы не сможем привезти это в Украину, потому что оно 200 миллилитров. Вот так закончилась выставка в Большом Арсенале Венеции.